хорошо, мне будет статью писать. Да. Здание бывшего Дворца культуры железнодорожников является памятником, внесенным в реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Территория этого здания в радиусе 200 метров от внешних стен является охранной зоной памятника. По закону на ней ничего нельзя строить. Которые подписали 4 координатора. Василий Михайлович. Им же распоряжение кто-то дал, получается, правильно? Подождите, но распоряжение они могут... Добрый вечер. Так почему вы не хотите ответить на простой вопрос? С нелыми людьми. Василий Михайлович. Что? С нелыми людьми.